Несладко в скором времени придется и любителям быстрой езды. Автолюбителям, превысившим установленную скорость движения транспортного средства в 2 и более раза, может грозить лишение прав на срок от года до 2 лет. Мера эта, по мнению инициаторов нового законопроекта, необходима, поскольку по статистике как минимум 30% аварий происходит именно из-за превышения скорости.